500 миллионов тенге намерены затратить энергетики на ремонт и реконструкцию тепломагистрали в 2014 году. Заменить предстоит 10 километров тепловых сетей. План выполнен на 50%. На каком этапе работы узнавала Дарья Середа. На 9 объектах ведутся ремонтные работы. Перекопанные дороги затрудняют движение автомобилей и пешеходов. Когда уложат асфальт, зависит от погодных условий. Но это не самое большое неудобство. В 149 жилых домах города отключена горячая вода. В 36 ее нет более 2 месяцев. Причина – максимальный процент износа трубопровода – 72. Мы обещаем, что в течение 10 дней мы ликвидируем отставание в домах, где вода отсутствует более 2 недель. И впредь обещаем, что больше 2 недель воду отключать не будем, однако просим все-таки жителей города нас понять. И при необходимости повторного проведения ремонта или продолжения ремонта мы через какое-то время опять будем отключать воду, опять же на те 2 недели, с тем, чтобы к концу сентября, к наступлению холодов, к наступлению отопительного сезона, качественно подготовить систему теплоснабжения города Петропавловска к отопительному периоду. Энергетики продолжают заниматься и модернизацией сетей. По улице Абая меняют тепломагистраль. На эти цели в рамках займа Европейского банка реконструкции и развития потрачено 863 миллиона тенге. Старые трубы не меняли 30 лет. Сейчас устанавливают новые. Используется предизолированный пенополиуретановый материал. Всего в 2014 году петропавловские тепловые сети планируют заменить 10 километров тепловых сетей. План выполнен на 50%. Стоимость работ превышает 300 миллионов тенге. Дарья Середа, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.